атым Нұрғожа Мағжан. Жасым 9-да. Ксилофон аспабында ойнайм. Дарынды балалар Жұбанов мектебінде 3-ші сыныпта оқиым. Ксилофонда Безе Кармен шығармасын ойнайм. Бұрында мен Турцияға барам. Ол кезде ән айтқам, ол кезде. И сояқтан 2-ші орын алдым. Мен өскенде әлемге танымал музыкант болуды армандаймын. Этих аплодисментов. Я тебя безмерно уважаю, восхищаюсь тобой, что ты учишься на таком сложном, на мой взгляд, инструменте. И, скажем, не самым популярным сейчас, да? Мне кажется, многие даже, наверное, не знают, что есть такой инструмент. Это просто потрясающе. Ты артист, ты знаешь, что любой музыкант, человек, который выходит на сцену, он артист. И когда ты закончил, вот встал, и вот такие аплодисменты тебе дарят зрители благодарные, ты должен улыбаться и получать их, вот, знаешь, с удовольствием. Не тушеваться, не смотреть вниз. Давай сейчас попробуем. Вот просто как победитель стой и улыбайся. Еще. Браво! 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 Небольшой поклончик. Давай, небольшой поклон. Молодец! Браво! 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 Улыбайся! Наслаждайся. Это награда за твой труд, мой дорогой. Желаю тебе большого будущего. Спасибо. Рахмет. Мажан сәлем. Осы таңдауың үшін, осындай классикалық күрделі композицияларды орындағаның үшін рахмет. Және де мында ағасының соңына еріп, өнерге қызығушылық танытты деп тұр. Сенің ағаң теледидардың ар жағында көріп, сенімен мақтанып отыр. Ағаңа, анаңа, жалпы үй ішіндегі жандарға сәлем жолдап жіберсең. Сәлем. Рахмет, үлкен. Өнерің өрге жүрсің.